А где он, Серега? Не знаю, стреляю, куда глаза глядят. Вижу, вижу, вижу. Вот Серега бегает с пулеметом. Иди сюда. Вот оно. Отлично. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка Окрошка, Серега King on Fire, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, приветики. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Вышла новая карта FNAF 2. Если тебе текушите, приятного аппетита, а я сегодня буду злым аниматроником, а пацаны злыми охранниками. Пока что я просто исследую пиццерию, я покажу подписчикам, как это выглядит. Очень круто, очень. Так, я могу медленно ходить, чуть быстрее ходить на альт. Очень круто сделано. Мне нравится эта карта. Пацаны, у вас не лагает она? Нормально. Да, разработчику респект. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы стараемся записать что-то очень интересное, которое даже залетает в тренды. Ура. Очень классный аниматроник. Так, другой режим есть. Этот режим уже более злее. Теперь я могу бегать. А еще какой есть режим? Опять рахит. Понял. Так, насколько знаю, здесь есть вентиляция, да, пацаны? Да. Вентиляция есть. Так, о, осторожно. Вон он, а где вы меня по камерам видите? Да. Так, а где здесь камера? Я стреляю в автомат. Понял. Осторожно. Не палимся. Так, здесь нет вентиляции. Что-то думала, она здесь находится. Пройдемся сюда. Так. Ой, не туда, не туда, я вспомнил, не туда, не туда, перепутал. Фу. Перепутал комнаты, пацаны. О, есть, 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 есть. Отвали. Я же к тебе по-хорошему, а ты что делаешь? Заморозить не отвалю от тебя. Лови, лови лимонку. Отвали. Нет, не дошло, не дошло, не дошло, отлично. Так, ребята, короче, надо сейчас, наверное, режим убийцы включать. Я же злой аниматроник. Сначала просто исследую местность. Пока мне все нормально. Сейчас, пацаны, если только мне еще раз стрельнут, я сразу их убью. Сразу. Не надо, дядя. Все, я не буду просто... Мне нельзя сбивать режим. Когда я сбиваю режим на R, у меня жизнь пополняется. Мне больше нельзя... О, заморозили! Офигенное оружие у вас. Ребята, мы скачали новое оружие. Называется Darken. Очень крутые здесь оружки. Поэтому они мы добавили в коллекцию. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании. Любой может с нами поиграть. А вы меня освободите от льда? Нет. Сиди. Офигенно, пара, даже пар идет. О, я могу двигаться с альтом. Да блин, да отпусти. А че вы не подходите ко мне? Офигеть, я не могу двигаться реально. Чё так долго поле ваше действует? Я не верю ему. Зря, зря. Убьешь меня. Так, 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 чё это долго, очень долго. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Говно, лови, Дима. Пора мочить, убийца идет. Отлично, ребятушки, вы что думали? Вы-то и классные охранники, но не до конца. Кстати, вы мне вынесли очень быстро жизнь. У меня всего 10 тысяч. А сколько осталось? Осталось 8056. Практически 2000 вынесли, пацаны. Я вас жду, а где вы? Мы... Вовсе. Я на зарядке, аниматроник стоит, у меня тут розетка. Так, надо быть внимательным. Надо быть внимательным очень, ребята. Ого, взрывы ближе. Взрывы ближе. Еще ближе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дальше, дальше уже. Ближе. Ого, чего взрываете такое, не понимаю. Что это за оружие такое? Я такое еще не знаю. Ледяная граната. А, вы меня заморозить хотите? Да. Тогда тебя легче будет замочить.
Отлично, ребята, я очень хорошую позицию выбрал. Ёп! А я сам замерз. Отлично, отлично. Он выбежал. Я убежал. Нет, не убежал. Офигенная нычка, ребята. Так, я вижу между автоматами. Нет, не вижу. Ой, блин, спалился. Да ты на кого батон крышишь? Тварь. О, отлично. Ай-яй-яй, попадаешь. Ай-яй-яй, осторожно, осторожно. Так, убегаем, убегаем. Я в комнату забежал. Так, пацаны сейчас, наверное, будут туда за... Я, короче, зашкерился, пацаны. Заходите в комнату. Не бойтесь, я там сижу. Блин, наивные люди. Взрослые мужики и ведется на всякую ерунду. Ой-ой-ой, что за пуля? Эй, Серега, это ты? Это моя пуля. Блин, она мне дамажнула. Эй, ты тварь! Она много дамажит! Ну, у меня уже патронов все нет. У меня 6300 жизней осталось от этих пулечек. А где он, Серег? Не знаю, стреляю, куда глаза глядят. Вижу, вижу, вижу. Вот Серега бегает с пулеметом. Иди сюда! Вот она. Отлично! Ай! Да что за пули рикошетные? О, тут не достанет. Вот здесь не достанет. Стреляй, стреляй, убивай своих. Убивай, убивай своих. Где, где, где? Погоди, я в него такси. Я буду, короче, этот играть за Фокси, пока меня не убьют. Потом другого аниматроника возьму. Молодец, Максим. Не, ну ты профессионал. Да, с большой буквы А. Все, я перебежал. Серега, ну что ты не чекаешь углы? Димка, выходи. Серега, знаешь, где я? В Караганде. Я в туалете. Врешь. Серьезно? Нет, у тебя в туалете, я там сижу. Да нет у тебя здесь, что ты врешь-то? А ты в каком туалете? Я? В мадамском. Ах, меня заморозили. А ты в каком туалете? Сейчас я к тебе приду. Ну, че так слабо? Эй! На пуле. Эй! Спасибо, Максим. Максим, ну, Максим. Извини. Ну, Максим. Ну что? Тебе придется за это ответить. О, у меня такая шапка ледяная. Кстати, эта бомба не сильно морозит. О, не, вот замораживает. Ай-яй-яй-яй-яй. Мужики, ну что? Не умеете вы играть, еще слабые. А ты не прячься. Не... не буду, не буду. Вы у меня, кстати, у меня осталось 4700 жизней. Что за горящее говно меня ждет? Я застрял, не могу выйти. Стойте, 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 стойте. Так, валим, 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 валим. Так, подождите, не туда валим. Ай, жгется, смотри, ты что там делаешь? Так, электричество. Мне, кстати, электричество меня тормозит очень сильно. Тормозит, тормозит. Кстати, аниматроник боится электричества. Кстати, да. Сережа, пока. Так, надо убежище найти. У меня осталось 3000 жизни, да. Так, что это за электрошок какой-то? Да, у спирдушка, хлопушка. О. Не получилось. Ну, попытка была хорошая, мне нравится. А другого. Так, подожди, 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 надо вот так вот. Так, зашкеримся. Отлично. Отлично, отлично. Я буду Идем, сидеть Максим. На крысу убивать. Он на кухне, вентиляции. Опа, гренка прилетела. Бум. Еще вот, одна. О, это уже, кстати, немножко заняла жизнь. А что это за яд такой вонючий? Тихо, тихо, тихо. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что я не иду? Вали, 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 Димка, вали. Подожди, наивные люди. King of Art, ты задолбал уже, а? О, это пасхалка. Да, там пасхалка есть. Очень темно здесь, очень. Сейчас. Ой, не то нажал. А, читер немного. Да случайно нажал. Кто это такой? Слушай, не могу задамажить.
Ой, все, это пуля смертельная. Эта пуля в маленьких пространствах, она убивает моментально. Убили аниматроника. Дима сдох наконец-то. Убили, молодцы. А теперь как вы смотрите, чтобы, допустим, гоняться за маленьким челепиздриком? Опа, Сережечка, я тут. Опа-па. Не поймал, не поймал. Хотя, кстати, этот же вообще рахитный плюш-трап с 4-го ФНАФа. Но, пацаны, у меня есть большое преимущество. Ой, я так и не вижу, да? Вижу. Ты маленький? Да, у меня маленький. Но у меня очень мало жизни. 750 жизней всего. Можно тупо один раз попасть смачно и все. Сейчас вот с пистолета убью даже. Ты? С пистолета? Я. Ты видел себя в зеркало? Красивый. Мама так говорила. Мама говорила, что я красивый? Да. Хочу тебя огорчить, мама тебя обманула. Да иди ты, слышь ты! Ай-я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 й! Жилипа, жилипа! Слышь, ты сейчас пожалеешь о том, что ты сюда пришел. Да тварь, дай уйти. Да не могу попасть по тебе. А я попадаю. Отлично, ребят, ну отлично же играю. Надо мощнее что-то. Так, я вентиляцию бегу вентиляцию. Вот это. Да смотри, тварь, кто это? А что это за оружие было? Вентиляция. Ах ты си... Да что за тварь, Да что со мной? Что это за оружие было, Серега? Так, уходим, я ухожу. Че, пацаны, не видите меня нигде? Давай, проверить на выход. Давай. Кстати, меня найти легко найти. Так а что видел, Серегу пробежал? Бега, а что это Серега у тебя в руке? Говно какое-то, не знаю. Дерьмо воска. Бегает, столы чекает. Так. Опа. Да, так, Степонька, тихонько. О, дебил пробежал какой-то с пистолетом. Ой, кинжалом светящимся. Это я. Давай, возвращай. Ого. О, я вижу тебя, пробежал мимо опять. Погоди. Я на сцене за колонками. Вы даже не чекайте, где я. Ой, это было рядом. Серега решил. Ах ты подлец, нашел меня! Ну, меня нашли! Блин, я не так. Убил? Нет, не знаю. Отвали! Ну отвали, пожалуйста, отвали! Я тебе хлеба дам. Не, батон люблю. Я тебе дам кусочек батона. Хорошо. Так, это не удаляется, да? Сережечка! Серега. Привет! Вентиляции там. Ого, это было больно. Это легче. Ну, мужики, вы же убьете меня вдруг. Отойди, Кингофар. Я могу ТП-хаться. Может, я снес пистолета? Не надо. А чего не заход? Сколько хп? Да мало. 54 жизни осталось. А где? Я застрял. Я в текстуре застрял. Так. А вот он. А я ее искал. Где же она была? Убили. Все. Убили. Ну что, пацаны, давайте теперь сделаем мясо. Короче, сейчас будет босс. Можете стрелять со всех орудий. Согласны? Да. Да, будет жесткий босс, ребята. Ребята, последний аниматроник. Чика босс. Замерз. Ого. Ё-моё, тихо. Да хватит меня, крошка, ты задолбал. Отлично, одного ушатал. Обстоятельства. Я просто хожу по карте и всех мочу, кого вижу. Это же босс. Никого не боюсь, никого не страшно.
Отлично. Я вам покажу потом секрет, если вы не сможете убить, как меня убить. Не, Серега что-то использует такое прям читерское. А что ты? А что за оружие? Ну она реально лупашит сильно, и там себя убил даже. Потому что я рукожоп. Смотрите, он сейчас зайдет, и я его убью. 3, 2, 1, 0. Нет. А, ты уже умным стал в этот раз? Немножечко. А что он откидывает меня в край карты? За баг. Так. Вы мне нанесли большой урон критический, я перезаряжаюсь. За вид между ног. Главное подпустить. О, это, кстати, неплохо дамажит, мне нравится. Серега решил вообще отомстить мне жестко. А мощнее нету, да, Серега? А, хотя не надо мощнее, это и так. Уже 80 тысяч осталось, 88. 87. 86. Серега, а что за пистолет мощный? Ого, я даже идти не могу, вы меня отталкиваете. Говно. Ну, Серега, я же видел, что ты там заныкался. Надо было убегать. Идет убийца опять, Серега. Серега молодец, успел скрыться. 85 тысяч жизни осталось, ребята, у вас есть шансы. Серега, можете пулеметы поставить с Грендич. Слышал? Нет, они есть. То был баг, я их не удалял, то бывало их начинать доработку, да, что-то там хочу. Доделывали. Наивный. Я иду к тебе, убийца приближается. Прощай. Этого мало для того, чтобы меня убить. Ты прям как киборг говоришь какой-то. Я тебя убью за такие слова. Я убил его. Но я успел попасть. Я приближаюсь. Ого, пулемет, я валю. Куда? Этот пулемет здесь. Наивный. Жопа. Сережа, ты дэ. Так, вижу, Серега ставит пулемет. Ой, надо валить. Ай, заморозили. Ой. Да что ж такое? Прекращайте. Не подходи. Отойди, я второй поставлю. Я хочу сразу два взять. Под Давайте, контроль. Когда вы их поставите, я выйду и посмотрим, сможете вы меня пулеметом издержать или нет. Один. Готовы? Вы, блин, из пулемета. А ты можешь двумя сразу стрелять? Да. О, я не знал, что так. О, я выхожу, Серега. Ты готов? Да. Серега, не попадаешь. Надо, чтобы по отдельности стреляли, не попадаешь сейчас, ты. Подожди, сейчас я поближе поставлю и все. А ну давай. О. Пулеметы слабые. Серега, давай мощнее. Сейчас поставлю. Очень давай что-то такое прям поярче, чтоб сразу вынесло. Только я сделаю так, что вы меня не сможете убить. Я выбегу и побегу. Не буду стоять. Сейчас, секунду. Там же есть такой большой. Не влезает сюда. Вот кабан толстожопый. Сейчас, секунду. Максим, возьми под контроль. Да ты смотри, что делает, а. А я вот эти три возьму сейчас. Сейчас. Все, Серега, я иду. Сейчас, секунду, секунду. О, вот эти, кстати, хорошо выносят. Хорошо строчите. Аниматроник, видел, сколько мочи даже такие пулеметы не берут. Убийца просто, убийца. А так что можно, Серега? О-о-о-о-о. Не, пацаны, слабые пулеметы.
25 тысяч жизни осталось, 25 тысяч. 15. Нет, кстати, хорошо выносит. 4 штуки быстро. Так. Я им не дам убить себя. Ха-ха-ха-ха. 967 жизней осталось. Ну не знаю, мне кажется, сегодня я вас наказывал сильно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотри мои ролики еще. Бомба, взрывайся! Серега, тут бомба! Она не взрывается! Ого! Взорвалась!